Здравствуйте, друзья! А на канале «Школа успеха особенных детей» смотр строевой песни. Победы советского народа над фашизмом, а также поддержку российских солдат в зоне проведения специальной военной операции. Задача мероприятия – воспитание патриотизма и воли к победе. Раз, два, три! Лево! Лево! Раз, два, три! Лево! Левый. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы. Раз, два, три, левый, левый. Раз, два, три, левый, левый. Раз, два, три, левый. Полки идут стеной, красиво держат строй, и гордо шелестят знамён. Раз, два, три, левый, левый. Раз, два, три, левый, левый. Раз, два, три. Стоим мы на посту, подвода и ворота, бессмертный как огонь, спокойный как гранит. Мы армия страны, мы армия народа. Великий. Полки идут стеной, красиво держат строй, и твердо шелестят знамена. Команды я тобой, единой судьбой, мы связаны с тобой, друг мой. Расцветали яблони и груши, полетели туманы над рекой. Приходила нам Катюша. Свобода – это спор, труда – солдату спор. Дорога от порога далека. Раз, два, три, раз, раз, забивай. На границе тучи ходят хмуро. Смотр закончился, и жюри озвучило команды победителей. Ими стали 8-й Б, 6-й А и 10-й Б классы. Все участники получили грамоты, а победители еще и сладкие призы. И заключительное фото на память с такого интересного мероприятия.